От шестого же часа тьма высь по всей земли до часа девятого. О девятом же часе возопи Иисус гласом велием глаголя «Или, или, лима, совохвани, еже есть, Боже мой, Боже мой, скую мя еси оставил». Иисус же паки возопив, гласом велием испусти дух, и все завеса церковная раздрася надвое с вышнего края до нижнего, и земля потрясеся, и камени распадеся, и гроби отверзошася, и много телеса усопших святых восставша, и шедший из гроб по воскресенье его в недоше во светлый град, и явившися мнозе. Слава Тебе, обешенный, яко види на кресте Сына и Господа Дева Чистая, терзающийся вопияши горцы, с другими женами стенящий глаголоши. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вижу Тя ныне, возлюбленная моя чадо и любимая на кресте висяще, волею Сына мой и творче терпиши на древе лютую смерть, Дева глаголоши, предстоящий у креста со возлюбленным учеником. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, растерзаясь и рыдая, и девяся в купе с Никодимом сия, снят Иосиф и уцеловав пречистое тело, рыдаши и стеняши, и поя его, яко Бога.